Мы все знаем, что происходит в больших городах. Мы все знаем, что происходит в правительстве. И куда это может привести? Наша обязанность, не покладая рук, не жалея своего времени, достигнуть тех усилий, чтобы мы могли спасти будущее наших поколений, наших детей. И я призываю всех стоять на этом фронте до конца, до победы. Слава Руси! Слава Руси!